Добрый вечер. В студии Галина Солодовник. Жара завтра немного отступит. Область пониженного давления и холодный фронт будут диктовать погоду в ближайшие сутки. В течение ночи фронт пройдет от побережья до центральных районов. И здесь ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер с юго-восточного сменит направление на юго-западное. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха на побережье плюс 15 градусов, на остальной территории плюс 17, плюс 19 – на Вяземской возвышенности около 14. Днем фронт продолжит свое движение на восток, и дожди с грозами из центральных районов переместятся в Видземе и Латгалию. При этом в Курземе уже с утра будет солнечно, и воздух здесь прогреется до 20-23 градусов. В Земгале около 25, в Видземе плюс 25, плюс 29, в Латгалии до 30. В Риге ночью малооблачная погода, минимальная температура воздуха плюс 19 градусов. Под утро в столице ожидается дождь, возможно и гроза, а во второй половине дня из-за облачности выглянет солнышко. Воздух прогреется до 24. Тип погоды третий, неблагоприятный. Поздравляю вас с наступающим праздником, Лига, и увидимся на следующей неделе. Skaistus, skanīgus, priecīgus un izcili gardus Līgo svētkus. Jūsu nākotne!